Привет! Все мы обычно смотрим на криптовалюты по капитализации и позициям в топах. Отказываться от этого взгляда я не рекомендую. А вот разделять их по типам и по ним же смотреть на новые проекты, почему бы и да. В этом видео мы поговорим про типы криптовалют. Поехали! Первое. Платежная криптовалюта. Их основная функция – платежи и переводы, без каких-то дополнительных технических особенностей. Тут у нас, конечно же, биткоин, а также его форк Bitcoin Cash, Ripple как выгодная альтернатива классическим межбанковским переводам, Litecoin и другие криптовалюты. Следующий тип – биржевые токены. Их используют в экосистемах криптобирж. Благодаря этим токенам можно получать разные бонусы, например, снижение комиссий, возможность участия в токен-сейлах, вознаграждение за стейкинг и так далее. Среди крупных из примеров это токен биржи Binance BNB, Uniswap Uni, токен биржи Hobby, а также токен биржи FTX и другие. Далее, следующий тип – стейблкоины. Стейблкоины – это стабильные монеты, которые привязаны к фиатным валютам, например, к курсу доллара. В отличие от фиата, ну, тех же долларов, допустим, в них очень удобно оставлять часть средств на бирже, также ими торговать, совершать моментально переводы между биржами и кошельками, ну и, конечно, это удобство в расчетах. Из примеров USDT, USDC, стейблкоин биржи Binance, конечно же, BUSD, DAI, которые используют зачастую в DeFi и другие. Идем далее. Платформы для разработки смарт-контрактов. Благодаря им можно развернуть на блокчейне разные децентрализованные приложения, NFT, криптоигры и так далее. Здесь известные платформы, конечно же, Ethereum, Cardano, тот же Binance, здесь речь идет именно о блокчейне Binance Smart Chain, Solana, Tron и другие. Следующий тип – проекты из DeFi сферы. Главная задача децентрализованных финансов, то есть DeFi, стать альтернативой банковскому сектору. То есть здесь есть все, что можно перенести из традиционных финансов на блокчейн. А токены DeFi проектов дают доступ к стейкингу, фармингу, кредитованию, голосованиям и так далее. Из примеров Aave, токен проекта Terra Luna, Юни от Uniswap, Maker и другие. Мем-криптовалюты тоже как один из типов токенов. Они создаются зачастую ради шутки или хайпа. Могут сильно выстреливать, а потом сильно падать. Из примеров, конечно же, Dogecoin, который так активно пиарит Илон Маск и многие знаменитости. Кстати, над ним сейчас трудятся разработчики по улучшению сети. А также здесь Shiba Inu, PizzaCoin и другие. Помимо всего прочего, сейчас на рынке набирают обороты и интерес со стороны инвесторов направление сеть блокчейнов. А цель проектов здесь – объединить все блокчейны в единую экосистему. Из примеров это Cosmos и, конечно же, Polkadot. Еще одно интересное направление – это обернутые биткоины. Это монеты, привязанные к курсу биткоина, но использующиеся в других блокчейнах. Используют их, например, для удобства в расчетах. Из известных – Wrapped BTC, RenBTC и, конечно же, Bitcoin BIP2 от биржи Binance. Есть решение и децентрализованных хранилищ, когда в облаке можно децентрализованно хранить информацию и делиться ей. А здесь пример хороший – это Filecoin. Также анонимные криптовалюты, где специальные алгоритмы не дают отслеживать транзакции. Пример – криптовалюта Monero или тот же Zcash. Вот такие у нас получились интересные категории. А раз уж мы заговорили о разных проектах, пишите в комментариях те проекты, на которые вы хотели бы увидеть новый обзор. У меня на этом все. Всем пока и до встречи!